Последний звонок на театральных подмостках. Студенты аграрно-экономического техникума, ребята не только умные, но и талантливые. Попрощаться с любимым учебным заведением они решили через спектакль. В грандиозном перевоплощении приняли участие и преподаватели техникума. Объявляется открытым. Дело слушается судьями. Полубояровой Алены Алексеевной, Мезенцевым Алексеем Дмитриевичем, в присутствии секретаря Коротковой Александры Владимировны. Прошу секретаря зачитать исковое заявление. Последний звонок ребята превратили в заседание суда, где были свидетели, обвиняемые, судьи и истцы. Истцы – это преподаватели, ответчики, конечно, студенты. С этой минуты за них не будут отвечать родители и преподаватели, ведь последний звонок – это шаг во взрослую жизнь. В глазах наших преподавателей мы читаем, что мы еще не готовы стать специалистами фактически. Просим суд оценить позицию преподавательского корпуса и, если это законно, признать нас специалистами де-факто. А для более справедливой оценки были приглашены свидетели. Одна из них – Галина Медведева. Она несколько лет была директором учебного заведения. Их фантазии сводят с ума. Конечно, это не Галина Брониславовна. Выпускница 332-й группы Вера Сидейская сегодня в образе бывшего директора. Галина Медведева – большая поклонница театра. Она не раз аплодировала своим студентам, а сегодня уже сама сорвала аплодисменты благодаря своим талантам. А точнее, талантам, которые поддерживала на протяжении нескольких лет. А вот еще один свидетель – Евгений Литков. Сегодня он исполняет роль преподавателя юридических дисциплин Владимира Тимощенко, коронный жест и взрыв смеха. Полчаса, где же вас носила? А А вот и сам Владимир Андреевич, все с тем же фирменным движением. Помните всегда. Вас здесь помнят и ждут всегда. С радостью, с проблемами. Не забывайте, приходите. Чем можем, поможем. Это были минуты веселья, радости, беззаботного детства. Но были и особые, трогательные моменты. Ведь для преподавателей это были не просто студенты. Они замечательные актеры. И мне, я думаю, что они и дальше по жизни будут творческими людьми. Ну а то, что это в памяти останется на всю жизнь с ними, я просто уверена. С ними, ну, они как люди очень замечательные. На этом празднике было все. И смех, и слезы, и любовь. Любовь, которая связала на всю жизнь преподавателей и их студентов. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, телеканал «Север».